Всем привет, мои дорогие подписчики и просто новые зрители канала. Если вы смотрите его, то если вы смотрите видео, купай ко мне на канал. С вами Дрейфуэр. И сегодня Creepy Tale снова. Конечно, надо ее допройти все-таки. Игра интересная, мне очень нравится. И, да и людям некоторым тоже вам нравится она. Вот. Третий видос, третья серия, тоже премьерная будет. Поначалу, первое время оно будет доступно как стримчанский, но это не стрим на самом деле. Сразу говорю, да, премьера это не стрим. Премьера это уже обработанное, готовое полностью видео, идущее в прямом эфире. То есть во время него я не смогу вам вот в камеру отвечать на вопросы, что-то комментировать и читая там чат. Вот, и вы не сможете мне там... Ну, то есть я буду вам отвечать только текстом с аккаунта, потому что это видео готово. Сейчас это идет в видео. Но поскольку это уже, скорее всего, не премьера, то видос уже не имеет... Премьера уже не имеет значения. Вот. Итак, у нас эпизоды. Я почему отсюда начал, а не с эпизода? Потому что, по-моему, пока я записывал, после записи второй серии, где-то на следующий день, может, вроде бы выпустили какой-то патч. Как брат сказал. Я не знаю, что-то выпустили, потому что посмотрите на внешний вид монстров. Они стали более жуткие. Вернитесь в прошлую серию, в прошлую даже, и посмотрите, какие они были там. Вы посмотрите. Этот чувак красный, он мелкий, трехглазый. И с ужасными зубами. Там он был двуглазый. Я когда начал квест, он был трехглазый. Вот этот монстр очень жуткий. Вот единственное, что черт и бабка не изменились. Остальные все поменялись и стали более страшные. Я такой думаю, блин, почему так? Ладно, давайте мы остановились на шестом эпизоде. Тут какое-то жуткое дерево. Мы до него еще времени не дошли. Так, ну что, сказка продолжается. Напоминаю, это сказка про двух братьев, как оказалось, потому что я думал, это друзья, а это оказались братья. Вот, этого я вообще никак не ожидал. Слушай, по-моему, в эту игру можно играть на геймпаде, если я не ошибаюсь. Где-то тут был геймпад у меня. От Xbox. Нет, у нас этой гадости нет, к счастью, но геймпад у них потрясающий. Вот. Вот он. Почему не от DualShock? Потому что... Ну, потому что DualShock это DualShock. Он при... плойки приделан, и плойки играется. А этот... Нет. Слушай, ну-ка. Проверим. Ой, в натуре играет, смотри. А чем мы клаву используем? Так, прыгать, взаимодействовать, X. Все ясно. Бегать он не умеет, да? Отлично. Так, что у нас тут? Дупло. Ой. Дудка. А, ой, видал, как там изображено? Ха, неплохо, неплохо. Слушай, а что я раньше не догадался? Тут что-то есть, вон, я же вижу. Ну-ка. Хочешь сказать, бесполезный предмет? Побегаем на гейм. Что это такое? Я не знаю. И побежал дальше. Мы можем дудеть на дуде. Здесь тоже хочешь сказать ничего нет? Ладно, тут что? Что это? Это золотое что-то? Да, я понял. Мы до того дупла добраться не можем. Но, возможно, нам туда надо. Как же громко, а? Ой, привет. Э, молодой, подожди. Что здесь происходит? Чем можно поспать? Прикольно. Ой.
А, вон золотые штуки. Нам надо сны искать. Смотри-ка. А, вон выбирается, смотри, вот. Синенький, ну-ка. Опять брат. Так, а куда этот чувак убежал? Эй, слышь? Ты где там? А, вон он. Ты испугался меня, дружок? Дружок, пирожок. Не надо мне пугаться. Я не кусаюсь. Так, ладно, палочка можно взять? Ну, как видишь, ничего взять нельзя. Так, значит, нам просто надо переключать, что ли? Давай вот. Вот этот. Желтенький возьмем. Опять брат. Значит, надо выбрать не желтый. А, то есть нам что, выбирать надо тупо? Блин. По-моему, вот этот кошмарный, да? Да. Нет, это не надо нам. Ну-ка, совушку. Совушку покажи, что он нам дает. О, дуда. Мне приснилось, как я играю на дуде, и я научился играть на ней. Слушай, классно. О! Ого! Э, а как я доберусь до туда? Чувак. А, сюда упал что-то? А, вот оно. Нифига! О! Следам брата. Мы нашли золотую эту штучку. Слушай, прикольно, мы научились играть на дуде. Так надо было сразу сову включать. Ну классно, что? Что еще могу сказать? Так, взаимодействовать ни с чем не можешь. Что я знаю, он им палочка. Ты чё, охренело дерево? Я сдох. Слышь? Блин. Дерево меня не любит совсем. Ладно. Сейчас мы придумаем что-нибудь. Что за зубы такое? О! Два? О, погоди, желтая сова, интересно, что она дает? Желтая сова что дает? Кошмар. Ловец снов. Красный. О! А, это тоже что-то страшное. Давай все испробуем. Не, не туда. Вот это. Тише, тише, тише. Ну, давай фиолетовый. Не помню, пробовали мы его или нет. Понятно, брат опять. Нам надо вот... Вот это вот попробовать. Не, по-моему, тут все, я больше ничего не могу.
Тебе не нравится, как я играю? Там какие-то клубнички, я вижу. Всем на это пофиг. Ну вот этого мужик может опять. Еще сыграть. Ясно, больше ничего не дает. Ясно, ясно. Плохо. Че, вообще больше нигде ничего нет, серьезно? Может к бабке вернуться? Эй, бабусь. Я понимаю, она померла, но блин, но все равно же можно что-то сделать. Ну не знаю это. Он не знает, что надо делать. И я не знаю. Бунь. Слушай, давай попробуем два сна попробовать сразу. Может получится? Вон, смотри, сразу два. Какое-то мы еще не пробовали с вами, да? Или все попробовал? Зеленый. Вот зеленый я пробовал. Сейчас узнаем. Да, понятно, опять эта клетка. Все, мы все посмотрели. Нет, только один. Это вот голубая сова. Она на дуде учит нас играть. Вот эта вот совушка, она учит нас на дуде играть, да? И больше ничего. А дерево нас убивает постоянно. Слушай, дерево тебе жить надоело? Я тебя срублю же. Смотри, я красиво на дуде играю. Жить тебе не нравится. Пропусти меня. Че ему надо? Дерево, что тебе надо? Не понимаю. Сложно. Может, опять на кровати попрыгать? А может, поспать, пока они крутятся все? Не просто ж так, такая скоростью. Соня. А в другую сторону? Айс медленно. Медленно. А, то же самое. А, то есть просто ачивку, чтобы получить. Серьезно? А ты возьми вон у этого. Мне кажется, нажатие геймпада слышно лучше, чем нажатие клавиатуры. Опять меня дерево убило. Какие, блин, деревья жестокие, а? Ты посмотри. Что ж делать-то? Мужик, помоги. А можешь что-нибудь скинуть мне? Может, здесь что есть? Ну, конечно. Ой, слушай. А оно почти выросло, смотри. О, так они расти могут. Серьезно? Ты понял, да? Когда мы играем музыку, вот эта хрень созревает. А, вот зачем мы научились петь. Сейчас мы их вырастим все. Главное не переборщить.
И все надо, да, получить за это. Там еще одна осталась. Слушай, на дуде играть это вообще хорошо. Я, кстати, читал описание, там было написано, типа, поиграть, учиться, будете учиться играть на дуде. Я такой думаю, в смысле? То это тяжело, наверное, будет, а оказывается, просто надо поспать. Дерево. О! Довольное дерево, смотри. Ха-ха. На приюшку, наверное, пойдет. Ты чё, охренел? Ты чё, сломал мою дудку? Ах ты, ублюдок. Я тебя точно срублю. То, что меня пропустил, не значит, что я тебя оставлю в живых. Попомни мои слова. Так, кустики тут не просто. Я буду на все кликать, то что... О, Сергей, они страшные стали. Что происходит? Меня нашли, что ли? Ну да, за кустом меня, конечно, не видно. Она меня ищет? Что за маленькая дрянь? Она на нюх определяет, кто здесь. Так, а если я побегу туда? А, понятно, они в никуда улетели. В никуда. Ну, классно, классно. Кто это? Это маленькая принцесса. Злая очень. А, понятно, следующий эпизод начался. Глава 3. Маленькое зло. Это она маленькое зло, да? Так, мост нам пригодится, мне кажется. О. Ой, жесть, тут надо еще выбирать тут что-то. Кто-то сыт. Все, это конец пути, в смысле, что, как финалка, что ли, уже? Ну, сейчас разберемся, что там. Куда сначала-то надо? Вот в эту. Опять-то жуткая музыка. Библиотека. А, руна. Никто не вошел. Цветок. Куда ты? Не, надо что-то подвесить. Хватит выходить. Цветок не просто так можно двигать, да, я так понял, да? Можно прятаться? Серьезно? Смотри, я спрятался. Прикольно. Тут за кого-то прятаться надо будет. Это плохо. Так, наверх давай. А, смотри, это. Еще руна. Еще руна. Три руны собрал. Я вижу, он еще одна. А, он тупой. Понятно. Угу, ясно. То есть он не видит меня, пока я тут, да? Странно. Слушай, может куст надо перетащить сюда? Он думал, что я цветочек?
Или нужен какой-то колокольчик, чтобы я мог. Потому что это не просто так сделано. Так, цветок тут тоже не просто так. Давай посмотрим. Можно его затащить наверх. Ну что, за собой привезти? Геймпад завибрировал опять. Ой, фух, слава богу, не надо это. Других сохранений. Шлепать своими вонючими ногами. Куда ж ты побежал-то, дурачок? На вас подцепить. Может, надо цветок именно вот для этого и поставить. Ну, камушки вряд ли надо сюда ставить. Надо прям вот. За ним прям идти. Понятно, за мной не следует. Эй, дурачок. Ему нужно точно какие-то колокольчики нажать. Неужели тут ничего нет? Да, он старикан. Это понятно. Так. Решаем вопрос. Что делать с рунами? А удочка мне для чего? Погоди, а у нас вторая комната для чего-то нужна же, правильно? Она же тоже как-то связана с этим. Не просто ж так. У меня одна самый верх. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Они, мне кажется, связаны. Воу. Ого. Надо угадать еще. Понял. Запоминаем последовательность просто. Вторая. Третья. Вторая. Понял, не оно. Это. 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 Вот это. Это. Не то. Хорошо, это. Вторая. Третья. Вторая. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Третья. О, запустили. О! Четвертая вообще не нужна, она вообще бесполезная. Поднимай меня наверх, давай. Механизм заработал. Ой, я так и думал, вот так и думал. Колокольчик нужен. Ну, конечно же. Он живой! Ой. Мне же больше не нужен, да, он? Они поймали какого-то своего чувырла. Сейчас я сюда войду, да? А, нет, у него в море скинут сейчас. Кто это?
красная бабочка? Он сейчас злой будет. Жесть, она управляет бабочками. Ой, бабочки улетели. Фиолетовые и оранжевые. Жестко. Это, конечно, жесть. Так, мне надо к деду. Дед. Цветик надо вот сюда подвинуть. А, нет, сначала надо его на второй этаж позвать. Так, он бегает отсюда. Смарик. Сейчас мы его сюда позовем. А, не то. Нет, он не успел. А, не успел. Надо еще успеть забрать его. Я понял. Это игра на время. Да, надо дождаться, пока он в ту сторону уйдет. Смотри. О, там голова. Сейчас, блин, все сделаем. Все, давайте звоним. Подождем немножко и позвоним. Вот так. А я звоночек заберу пока. Пук! Давай, быстрее. Все. Так, теперь сюда ставим звоночек. Так. Прятаемся. Так, убегаем. Он сюда, что ли, возвращаться будет? А почему он сюда-то возвращается? Хм. И что ж делать теперь? Его поймать? Нифига. О, руна. Маска. На крюк повесь что-нибудь. Дед, смотри, там крюк двигается. Как же мне назад вернуться? Подожди. Я все понял, надо убрать было колокольчик. Давай, лови меня. Надо было убрать колокольчик. Здесь это сработает? Не, за два этажа он не слышит, это понятно. Так, нет, надо дождаться, пока он направо идет. Как сложно все, а? Наш план остался ходить на первом этаже. И тогда мы сможем вернуться. Ой, у меня маска уже есть, в смысле? Как так? Забирай колокольчик. Дурак, что ли? Эй! Да в смысле, чего? Да не говори, что игра за... Сука. А! Черт!
Я вышел из игры, блин. Где запись? А, еще идет. Ой, блин, из игры вышел. Ну, вообще, молодец. Блин, это все заново, ты прикинь. Сумочка. Это все заново. Жесть, это заново смотреть касцену, это срано. Ладно. Цветик. Надо сюда подвинуть. Ух. Да. Я случайно. Удочка мне зачем? Я вот не пойму никак. Вот она мне нафига нужна. Так, последовательность кто-нибудь помнит? От этого. Так, надо один раз нажимать. Надо два раза. Очень плохо. Так, ну я помню вроде как последовательность. Сюда. 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 Вот так. На первую, что ли, в смысле? Блин, забыл совсем. Так. Четвертая? Серьезно? Что она забыла тут? Я думал, на четвертую не надо нажимать вообще. А оказывается, надо. И потом третья. Ну, все понятно. Натуре. Интуиция. Нифига. А чё, я же не сразу это всё сделал. Слушай, а вот это разве не подсказка мне? Ну-ка, погоди. Удочка. Тут вон что-то есть, я же вижу. Опустимся вниз. О, ключ! Я вижу отверстие для ключа. Так, она едет снова. Надо, знаешь, что попробовать? Вот эту штуку зацепить. Так, ну я помню, полностью теперь знаю. Это легко. Вот это. Значит, не то. А можно это пропустить, пожалуйста? Я не хочу это смотреть. Я это уже видел. Нельзя. Мне рыбу надо поймать. Надо было это делать раньше. У меня сейчас эти чуваки... А, у меня крючка нет. По-моему. Ну, а еще раз посмотрим, как маленькая девка открывает дверь. Призывает бабочку и управляет монстром. Это, по-моему, красная бабочка, она агрессивная. Да. Но ее слушается. Вот интересно, а они не услышат меня, если я к ним пойду? Как бы удочку мне взяла, и она не просто так. А, я могу здесь ловить. Рыба была там. Немедленно уходить не умеет. Вот тут рыбка есть. Еще можно поймать? Не одну тут можно. Может, вам рыбы дать, ребят? Уйди, Дюга, давай.
Так, у нас есть рыба. И на кой хрен мне она? Его заманить? Не, подожди. На кой хрен мне рыба? Ему на стол положить? А, на крючок вон тот, да? Давайте попробуем. Мне надо, чтобы он ушел в ту сторону. Давайте подождем, пока он уйдет туда. Вот так, чтобы я успел. Бежим. Колокольчик я забрал. Да почему ты рунту забрать не можешь? Так, он идет сюда. Маску хватай. Руну еще одну хватай. Прикольно. Мама-мама. Ворону. А, у него во рту что-то было, серьезно, я думал, так. Класс вообще. А, наш спон и достать, что ли, не мог? Слушай, если он меня убьет, у меня все руны сохранятся. Да. Ну, пойдем ловить рыбу. Здесь ее нет, она там. Как все сложно. Мне кажется, скоро финал, поэтому я не знаю, стоит ли сейчас заканчивать. Потому что, а вдруг это еще не финал? Или финал уже? Кто знает. Ладно. Допустим. Так, надо его опять загнать сюда. Его сюда загнать надо. Звонит звоночек на перемену. Давай, мужик, иди сюда. Сейчас я от тебя из живого места не оставлю. Накормлю тебя рыбу вонючую. Какой злой дядя. Иди куда ты прыгаешь-то, блин? Чё злой такой, а, дядя? Надо сделать так, чтобы рыбку нельзя было достать, да? Ты какой хитрый, смотри. Сейчас мы его так достанем, что ли? Достанет. А я могу пока. Но.
Блин, что происходит? А, они передвигаются на каждые. Вау. Рыбки захотел, что какой мрез говней. Захотел он рыбки. Не может дотянуться. Он даже дурак. А, это в том здании, да. Так, ну мы теперь знаем, зачем нам удочка нужна была. Удочка, дудочка. Дудочку нам сломали, кстати. Угу. Да, первая серия пометок получилась слишком короткая, поэтому это будет, возможно, заключительная, но длинная. Так что примера будет очень даже кстати. Так. Ай! Там мой брат. Интересно. Или он в той секретной комнате? О! Чуть не это самое сейчас. А почему это не открылось? А? Ключик. Перепрыгнуть я не смогу, да? А куда я дальше пойду? Тоже вопрос. Там вон лестница наверху. Но я так понял, в здании с этим мне больше ничего не нужно, да? Классно, он не помирает даже. Опять сюда, что ли? Классные монстры, да? Непонятно, что делать. Че какая-то непоняточка. Что ж делать? Вот этот крюк, он не просто так вот, я уверен. Вот этот вот. У нас еще колокольчик остался, между прочим. Смотри, последний не выдвинул. Ясно. Слушай, удочка вообще полезная, что сломалась. Так, мне ничего нельзя тут сделать. Факел, может, возьмешь. Так, пустая клетка, кто-то сбежал, походу. Очень весело, конечно. Они меня подняли? Ч, типа такой... Чё? Всё, эпизод 8. Мы попали к ней в дом. Давайте лучше оставим это на финалочку. Наверное. Давайте на финал оставим, в следующей серии продолжим. Ой, вот такая вот получилась игрушка. Да, Creepy Tale, третья серия вышла очень насыщенной. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные, вступайте в группу ВКонтакте. Не забывайте это по всем ссылкам в описании. Жмите на колокольчик и не забывайте, что ссылка на плейлист с игрой Creepy Tale есть в описании и в подсказках этого видео. А на этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Всем удачи и всем пока.